Спортсменки-красавицы к матчу готовы. Баскетбольная команда «Спарта НК-2» продолжает свой путь в первом раунде регулярного этапа российской женской суперлиги, в рамках которого состоялась встреча нашей молодежной команды со спартанками из подмосковного Ногинска. Матч прошел во Дворце спорта «Видное». Игра завязалась на паркете уже с первых минут. Команды демонстрировали быстрый, динамичный баскетбол. Первая четверть стала удачной для нашей молодежки, но уже к большому перерыву видновчанки немного расслабились и позволили соперницам выйти вперед. Ну, нормально, равная игра, с не очень хорошей защитой с обеих сторон, потому что много легких мячей забиваем. И мы забиваем, Ногинск забивает. Надо точно прибавлять защиту. Поддержать наших спортсменок пришли верные болельщики. Собраться просто надо и все. Сейчас как-то набирают только темп. Вначале начали, потом отпустили преимущество. А так, думаю, соберутся выиграть. Пока еще девчонки не проснулись. Надеюсь, хотя бы в третьей четверти будет более эмоциональная игра. Вторая половина матча действительно выдалась более эмоциональной и яркой. Напряжение не угасало ни на секунду. Однако в концовке спортивная удача оказалась на стороне более опытных спортсменок из Ногинска. К финальной сирене итоговый счет составил 88-83.